Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И сегодня, ребята, у нас открытие сервера Amazing Pokeworld. Ребят, пытался я сделать стрим, но... Никак. Я просто не знаю, реально, может, кто-то писал, что просто-напросто очень много интернета требует, и поэтому просто нереально лагает. Потом, может, как-то по-другому. Потом, может... По-другому, короче, попробую что-то постримить, не знаю, реально. Вот сейчас просто... я не знал, как стримить, поэтому я просто-напросто не представлял, как что и как тут делать. Но, ребята, в принципе, все-таки сервер открылся, сразу же максимальное количество тут людей. Многие пишут, есть лаги. Лаги, ребят, лаги только на спавне. На спавне. И они не будут долгими, так как карта грузится. Ребят, реально, если у кого-то были лаги, есть лаги, то они только из-за того, что просто-напросто карта новая, и вот все разбежались по карте вот хоть куда, и поэтому, наверное, она просто грузится. Мне, в принципе, админ так и сказал, и... Сейчас, кидайте. Пишите ТП ко мне, кому нужно ТПхну. Ребят, играю я с гейммодом только потому, что я тут строил, что мне нужно было. Ну, как бы, мир, да, вот это все у меня есть. Но потом ТП асепт. ТП-асеп. Давайте, еще кому нужно. Сразу же. ТП-асеп. Еще кому-то нужно? ТП-асеп. По поводу слотов, потом, может, они будут и увеличены, потому что просто сейчас никак нельзя. Так, все, больше никому не нужно. Ребят, я не успеваю каждому отвечать. Просто тут столько людей сразу же пишет. Я не могу сразу же всем отвечать. Но... Что еще? Пишите ТП, кому нужно. ТПхну вас со спавна. Так, ну, в принципе, реально, лаги может есть на сервере, вот эти глючные, чё-то фировые, столько их тут, что сдуреть можно. Так, вот, давайте еще кому. Давай, еще тебя. Ребят, эта серия вот так, мы просто бегаем, смотрим, что и как, потому что, честное слово, я потом как бы начну нормально доиграть, но... Сейчас просто, чтобы всех потепехать, чтобы все нормально сделать. Сейчас давайте вот это все поудаляем, что я там магазины строил и вот это все. Нужно ли, ребята? Давайте, кому еще ТП? Пишите ТП, кому нужно. Так, все. Капут. Все, так, давайте сначала стрим закончился, потому что очень глючил. Так, давайте еще вот тебя тпхнем. Так, давайте все вот это удалим и начнем нормальную чистую игру, потому что я вот это действительно тут все просто строил вот эти. НПС, да, и вот немного тут. Ну чё ты? Ну у меня же покемон 5 уровня. Ух, капу, ты чё-то, конечно, не... Так, все, ладно, убили нашего покемона. Так, кого еще тут тпхнуть? Никого больше? Вот куча этих фировов, хрень, почему они так спавнятся? Ну, в принципе, да, людей много, и они на каждом спавнятся, можно сказать.
Так, сейчас, ребят, может еще кого-то тпхну, кому тут нужно. Фу, и, в принципе, начнем нормальную такую игру без гейммода. Просто сейчас такое, как бы много людей еще, да, еще не все определились, карта грузится, поэтому есть, может, иногда лаги. Ух, капут, сколько же тут покемон хилится. Сдуреть можно. Все, так, кого еще тут тпхнуть? Тебя. Так, ребят, стройте дома, но... Сейчас, что это там? Так, а ну, секундочку, давайте отключимся. Хм. Сейчас, давайте я админ напишу, что там и как. Заглючили. Слоты заглючили. Так, давайте попробуем зайти. Ребят, такая, действительно, просто такая серия, чтобы открытие сервера, да? Можно сказать, первая серия, но я еще как бы не играю, а играю только с гейммодом, чтобы посмотреть, что и как. Давайте сейчас потпхаем людей, кому нужно, чтобы они на спа не стояли, не глючили. ТП Асепт. Так. Давайте, давайте, кого еще там тпхать. Ребят, все, наверное, это... Сейчас. Сейчас. Где бы нам построить дом? Я не буду строить, ребят. Я просто сейчас гейммодом играю, да. Но как бы я его строить не буду. Чё я говорю, ребята? Я дом... Строить пока что не буду, потом построю, я говорю, это просто такая серия, чтобы ознакомиться, чтобы помочь людям тпхнуться, с лага выйти. Из-за сильного напора на сервер есть небольшие баги. Но карта прогрузится. И все будет норм. Так, просто, ребят, много людей позаходило, я просто не ожидал, что столько людей будет. Я думал, может, там 60, 70, 80 где-то придет, но чтобы больше, чем сотка, и еще там стоят в очереди. Так, вот просто много людей на спавне. Нет, уже немного, уже, как я понял, немного. Хотя нет, вот на спавне есть лаги, конечно, есть, потому что много людей на спавне. Ребят, я не успеваю всем ответить, кто мне пишет. Много-много сообщений в чате. Да, сейчас, ребят. Пишите ТП кого? Кого? Нужно ТП-хнуть. Да чё, ТП-хнуть со спавна. Ну, пишите, ребят, я буду принимать. Вот, еще кому? Тебя. Так, пишите. Пишите, ребят, кому нужно. Давайте тебя еще тпхнем. На спавне просто реально много лагов. Много просто заходят, да? Сейчас мы всех потпхаем. Все, больше никого. Ребят, не стройте эти дома. Не стройте вот эти столбы. Я их буду нафиг просто... Вот эти... Чё ты хочешь, дружок? Не надо вот это строить. Так. Лаги закончатся, когда все разбегутся по своим сторонам. Нам и не будут стоять все вместе, и когда прогрузит. Так, сейчас еще напишем. И когда прогрузится карта. Вот. Фух, капут, ребята. Пишите Kickstart.
Черт. Это точно, мне тоже нужно. Так, мы уже в гейм-моде, да, как бы? Без гейм-мода, точнее. Так, кит стартер. Давайте тоже напишем, чтобы у нас был. Вот. Выдан набор кит стартер. Отлично. Что у нас есть? 5 покеболов, 64 бронзовые монеты, кирки и 1 рар кэнди. Так. Давайте, давайте еще по ТП-хаем, кого там нужно. Давайте, давайте, ребята. Ну, ну что ты там строишь-то столько? Ребята, ребята, бегите со спауна, там лаги. Все, ну, в принципе, да, валите реально со спауна, потому что там просто нереальные лаги. Ребят, харе вот эту хрень строить, вот такие... Давайте еще раз гейммод включим. Я ничего оттуда не буду брать. ТП accept. Так. ТП. Пишите ТП. Кого нужно ТПхнуть со спавна? Давайте, пишите, ребята. Потому что реально там лаги. Я всех по ТПшу, кому нужно. Давайте, давайте, пишите, пишите. Ну пишите, кому нужно, ребят. Или пишите на кого-то другого. Просто реально много лагов, ребят. Помогаю кому могу, хотя бы ТП-хать. Больше я ничего сделать не могу, давайте. Давайте, тебя еще можно. Просто, ребят, тут очень много людей, и я не успеваю всем отвечать, я не успеваю всем ТП-хать. Сервер, можно еще сказать, не полностью настроен. Я открыл его как можно быстрее, ребят, только из-за вас, чтобы вы могли зайти поиграть, чтобы мы вместе с вами могли поиграть. Может, иногда еще будут лаги, ну как бы вот сейчас все разбежались по разным сторонам, и как бы карта еще прогружается. Карта новая, не прогружена. Я на ней играл, но я был только на спавне. И поэтому еще может немного лагать. Потом стабилизируется и будет нормально лагать. Нормально лагать, и потом не будет лагать. Точнее, да. Давайте потепехаем еще людей. Поперли там уже. Так, и давайте проверим. Гейм-мод выключим. Реально есть лаги. Нужно просто-напросто подождать, ребята. Честное слово. Просто много нереальный напор людей. Сейчас я еще раз прочитаю, что там мне написало. Я написал, нужно перезагрузить сервер админу. Там пишет 89 людей с 60 слотов. То есть заглючили слоты. А он написал, из-за большого напора людей. То есть много людей набежало на сервер. И нужно немного подождать, пока вся карта прогрузится. Пишите ТП. Кому нужно? Давайте, ребят, пишите. Да, да, не. Да не пишите в чат. Не пишите в чат ТП. Пишите в чат, как бы, чтобы я вас ТП-хнул. Вот так. ТП ассепт. Как там вообще писать ТП? Пишите. Я не знаю, как там писать, ребята. Так, ну, чё... Ух, сейчас я вот этого самовара тпхну, а то он чё... Пишет, уже пишет, столько у него лаги, но никак не может оттуда тпхнуться, или что он там делает. ТП ассет. Все, самовар. Ты пехнулся? Да. Мирный. Ну, уже шайни понаходили.
только открылся, много людей заходит, и карта грузится. Ребят, есть лаги, потому что просто-напросто есть, много людей заходит, и вот нужно немного подождать. Так. Сейчас, давайте, может, еще у кого-то потепехаем. Пишите ТП, кого нужно тпхнуть со спавна. Давайте, потепехаем всех, кому нужно. Давай, так, сейчас. Ща. Кого там нужно? Дайте мне... Да, есть, конечно, лаги. Так. Ну так, сейчас, секунду, ТП. Сейчас. И вот так. Ху, ребят, наверное, в этой серии мы не начнем вот это все строить себе дома и выживать, потому что просто никак не получится. Людям нужно помочь хотя бы по ТП. Ну, нужно хотя бы всех по ТП оттуда, потому что реально у всех лаги. Сейчас я еще раз напишу. Куда карта прогрузится, лаги пропадут. Админ, напишу. Реально немного подлагивает. Ну, как бы есть такие люди, в которых просто нереально лагает. Ладно. Кому нужно, поможем. Давайте отсюда нафиг со спавна всех людей потепехаем. Ребят, я не могу всем ответить, ребята. Вы пишите, я не успеваю прочитать, уже другой кто-то написал. Вот, смотрите, офигеть. Я не успеваю просто-напросто все прочитать. Ну, пишут, когда карта прогрузится, спавны, лаги пропадут. Я не могу сразу всем отвечать. Все, ребят, давайте рестарт сервера через 10 минут. Так, все. Можно уже, наверное, в следующей серии будет начинать. Сейчас еще нет. А что так покемонов мало? Или мне так кажется? Сейчас я еще раз напишу. Так, все, давайте еще потепехаем, кому нужно. Давай, тебя. Да, лаги, конечно. Сервер полчаса назад открылся, но... Так, а что, прикольно, растить нельзя? Так, ребят, сейчас... Да, ух, капут, какие лаги. Есть, конечно, есть лаги. Да... нереально лаги, даже у меня лагает. Я не могу почему-то сломать вот это. Ух, нифига себе. Ой, ну давай, может. Ладно, да, ребят, конечно, есть лаги. Нереально лаги. Давайте, может, побежим куда-то. Прогрузим немного карту хотя бы. Посмотрим, кто где начал строиться. Вот, чувак в воде. Да, и еще раз напишу. Так. Карта грузится, лаги потом пропадут. Все, ребят. У меня есть даже лаги, ребята.
Вот смотрите, вот это вообще охренеть, как прогрузилось, да? Карта грузится, поэтому, ребят, лаги, просто столько людей, ух. Босс, босс, босс. Босс. Нет, нет, мне не нужно, как я его убью своим ашеботом 5 уровня. Нужно его, в принципе, хотя бы тоже прокачивать, но давайте вот это все сначала поставим сюда, как бы это мы нормально получили с стартером, да? Это мы выкинем. Ребят, я реально просто-напросто не успеваю всем ответить, много очень вопросов, и я не успеваю всем ответить. Потом, когда лаги пропадут, вот тогда, может, уже будет нормально. Ребят, я не могу реально сразу всем ответить. Смотрите, ну просто я хочу прочитать одно сообщение, и сразу переходит на другое, так как много людей сразу пишет. Так, ну, в принципе, написал мне админ, что покемонов сейчас немного меньше, как обычно, спавн их немного урезанный, а когда все прогрузят карту, то есть когда будет прогруженная карта и просто-напросто уже не будет лагать, тогда они повысят спавн покемонов. Просто-напросто реально, сейчас очень, так можно сказать, мало покемонов, потому что еще карту не прогрузили и очень глючит мир. Вот сейчас рестарт будет, посмотрим, что после него случится. Потом можно уже будет даже какие-то конкурсы проводить или еще что-то. Просто сейчас очень-очень-очень много людей пишет в чат, и я не успеваю просто-напросто всем ответить. Вот смотрите, да даже карта как грузится по-медленному. Ну, я не знаю, ребят, будет ли после рестарта лаги или нет, карту нужно прогрузить. Куда карта грузится, лагов не будет. В смысле, а чё, прикольно, нельзя растить? Чё-то я не понял. Сейчас напишу. Сразу из-за лагов. Лаги, протом, протом. Ребят, я уже запутался сам, потом пропадут. Много людей заходит и карта грузится. Куда карту прогрузят? Увеличат спаун покемонов. Куда карту прогрузит, увеличит спаун покемонов. Да, в принципе, так оно и будет. Все, сейчас давайте кого там еще нужно. Сейчас это мы сюда поставим ТП, ТП Асепт. А, тут же растить априконы нельзя. А, ну понятно, понятно, потому что очень много лагов и... Сейчас напишем людям, чтобы знали. Приконы сажать нельзя. Потому что много лагов, они будут продаваться или потом будет сделано, что их можно будет сажать. Так, ТП Асепт. Ух, капут, ребята, столько людей.
Ребят, я никому вещей не буду давать, я никому не буду давать покеболов, я никому не буду давать ни алмазов, нифига. Если только конкурсы какие-то, эвенты, вот тогда я буду давать, ну, как бы призы, да, а вот просто так я никому не буду давать ресурсы, я сам в следующей серии, когда, или следующей не знаю, когда, когда пропадут лаги, вот тогда мы сами начнем играть нормально, без гейммода. В принципе, кикстартер мы уже получили и все. Так, ну что там, когда рестарт? Давайте, давайте, давайте уже там. Да, покемонов пока что реально еще мало, потому что действительно очень лаги. Даже мне админ написал, что лаги из-за как бы даже были убраны по посадка приконов, потому что просто нереальные лаги. Я потом или их добавлю в продажу, или просто-напросто как-то потом, может, когда-нибудь лагов добавлять их, что можно будет их сажать. Потому что просто нереальные лаги. Много людей заходит на сервер и капут, реально. У меня покемон хилился только что секунд 40. Это просто нереально долго. И смотрите, сколько вот это все прогружается. Так. Все, ребят. Сейчас будет рестарт. Посмотрим, что потом. Ребят, я... Ну, смотрите просто в чат. Я не могу всем ответить. Видите, пока лаги пропадут. Какой баг с шапками? Да, ладно, ребят. Давайте, в принципе, на этом лаги потом пропадут. Ребят, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту... Извиняюсь. Давайте на этом уже закончим, наверное, эту серию, чтобы просто-напросто... Потом посмотрим, будут ли лаги или нет, но нужно подождать, пока лаги пропадут. Ребят, на этом мы заканчиваем эту серию. Ставьте лайки, если вы рады, что сервер открылся. Ставьте лайк. Да иди ты, чё ты за мной бегаешь? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.